где-то посередине, померите меня, пожалуйста. Возможно, за год похудеть на 75 килограммов. Можно, если вес крайне избыточен, то есть в районе где-то 200, тогда это, в принципе, не опасно. Все дальше, все, что резкая сгонка, это крайне опасно. То есть не гонитесь за быстро, главное, чтобы это было безвозвратно. Первые килограммы слетают очень быстро. Быстро, вот, да. Да. Вот если вы под 200, то 70 – это нормально. А дальше вы забудете драться за каждые полкило. И вот тут главное не сдаться. Смотрите. 76! Удачи! Вот, мы худейте, такие... будьте здоровы, но худейте с умом, не резко. Я с умом. Скажите, пожалуйста, мне, я второй год на СНПРО уже нахожусь. Да. Вот за год можно похудеть на 75 килограммов? Кажется, вы же похудели. Да? Ну, можно. Можно. Ой, на 76. Да, вообще. Конечно, можно. Главное, иметь какую-то цель поставленную, да, и, конечно, надо преодолеть себя, победить самого себя. Да, получится. Скажите, пожалуйста, вот за год можно похудеть на 75 килограммов? Ставить смысл, зачем? Быстрое похудение не самый лучший вариант. А я похудела на 76. Хороший эффект, хороший результат. Главное, чтобы кожа успевала за тем, что делает организм. Она не успевает. А поэтому, на самом деле, максимальная скорость – это порядка 4-5 килограмм в месяц. Соответственно, получается сколько? Порядка 45-50, это при правильном соблюдении питания, тренировках и прочем. Правильные тренировки, но вот так вот получилось. 45 – это максимальный максимум. Но было просто 209-600. Ничего, значит, потихонечку будет подтягиваться. Спасибо, такой классный вообще. Вы посмотрите, какие красивые девчонки. Просто супер. Но я надеюсь, что на следующий год я тоже такая же буду. Девчонки! Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, за год можно похудеть на 75 килограммов? Я думаю, можно. Главное – желание. Вот, оно у меня есть, я на 76. Так, и фотографию нам сделайте, пожалуйста, с красивыми девочками. На следующий год, я думаю, что я тоже такая же приеду, да? За год возможно похудеть на 75 килограммов. Если честно, я всегда боролся наоборот, набирал вес. Для меня похудеть не проблема. Как только я... приступая к физическим нагрузкам, у меня сразу слетают килограммы. Поэтому я думаю, любая физическая нагрузка, и все, вы потеряете. Ну, диета буквально, там убрали немножко углеводов, на ночь не едите, все. 75 у вас слетит, это точно. Владислав, счастливый вы человек. Я все-таки немножко перебрала на килограмм, я похудела за год на 76. Да ладно? Да. Вот, смотрите, в прошлом году какой был мой вес и с каким я приехала опять сюда. Вы герой, вы вот правда герой-героиня, поэтому я вас поздравляю и на этом не останавливайтесь. Нет, я хочу еще на какие-нибудь соревнования попасть. Здорово. Приглашайте, буду рад посетить. Спасибо большое.